дорогие преподаватели и студенты! Мы рады приветствовать вас в зале Южноуральского государственного гуманитарно-педагогического университета! Здравствуйте, друзья! На сцене естественно-технологический факультет, студенты которого в курсе всех событий и всегда идут ногу со временем. И мы с уверенностью можем сказать, что мы готовы к 19-му всемирному фестивалю молодежи и студентов. ЕСТЕХ, вы готовы? Россия всегда уделяла большое внимание для создания условий развития молодого поколения и поддерживала молодежные и студенческие движения. За всю историю фестиваля наша страна уже дважды открывала двери в 1957 и в 1985 годах. Как и в предыдущие годы, символом фестиваля была выбрана разноцветная ромашка, которая символизирует преемственность традиций, связь поколений, мир и единство всего мирового сообщества. Но в этот раз главным элементом стали цветные пиксели, как знак общности молодежи всего мира в информационной системе и технологическом прогрессе. Разнообразие взглядов и мнений – вот главная черта 19-го всемирного фестиваля молодежи и студентов. О фестивале Эдгар Запашный написал, что необходимо затронуть как можно больше областей культуры и искусства, чтобы получился по-настоящему добрый и яркий праздник. А мы готовы поддержать его не только словами, но и делом. Встречаем ярких и талантливых студентов естественно-технологического факультета! Винтик, 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 винтик. Я сижу одна на крылечке.